Ну вот, сижу на приеме у терапевта. Так что сейчас, наверное, буду давление мерить, кислород в крови, взвешивать. Хотя в прошлый раз взвешивали, там вот рост измерять, тут взвешивать. Так что ждем. Переводчика, надеюсь, дадут. Вот. Ресепшн — это второй его зал. Он в первом, вот там, тренинг. Потом сюда отправлю, жду. Что? Всем привет! Красивые пальмы. Вот, сейчас за мной такси тут должно приехать. Жду. На улице тепло. Красота. Так что так вот показываю вам зелень. Thank you.
Короче, в кафешку приехали. Да, I think yes. Steak done, right? Longhorn. Вот. Кафешка. Приехали в кафешку. Надо стейк заказать. Что-то хочется стейка. Такой запах прям был на улице. Вот. Интерьер, конечно, здесь как в музее рассматривать. Красиво. Рассматривать и рассматривать. Американский муж пошел им кинуть. Шляпа. Короче, как в музее. Что не кафешка, то музей интерьера. Вот в этой кафешке были в Colorado Springs, тоже я помню. Вот он, американский муж. Идет с выше поднятой головой. Oh. Hey, we didn't check the mail yesterday. She's gonna have the shrimp and lobster chowder. I'm gonna have your loaded baked potato. And last time I got the loaded, it wasn't really loaded. Can you emphasize the loaded? Yeah, I mean, I'll do the best I can. Okay. It's just like a soup thing, but I'll get as much potato, you know, as I can. Well, it's just like the onions and stuff that they put on top. Oh, gotcha. I can take care of it. Okay. For the entree, she wants your 6-ounce sirloin with broccoli. I understand it comes complete with a salad. No broccoli, my sweet. Oh, sorry, not broccoli. Brussels sprouts. Sure. Brussels sprouts. And then for me, I will take your 6-ounce filet. Steak with shrimp? No. I will take the. Is the mac and cheese like creamy or is it like dry? No, it's very cheesy. Вот прибыли в кафешку. Такой интересный интерьер. Ну, в таком месте была я в Colorado Springs, когда мы были, жили. Это вот сеть Longhorn. Лопаем супчик. Yeah, this is Corey Rady. Last year, in October, right? And then when they did that, they're like, oh, we financed it through America First, right? Long story short, I ended up refinancing to somebody else, but I think whenever you guys made the account, you guys also opened me a checking account. Is that checking account still there? Салатик. 5, 1, 6.
такой свежий прям. Okay, I'm gonna read that. Savings account by you. Свежие листочки, ингредиенты свежие. Приятно есть. Routing is 3. Вместо соуса попросила масло вот оливковое. Видите, они не везде дают такое оливковое масло. Правда, что-то оно как-то оливковым вообще не пахнет. Разведенное, что ли? Не знаю. Не похоже на оливковое. Ну, такое слабовато, честно говоря. What is digit skin? Вот. А следующий стейк готовят. Okay. Что-то захотелось. Не часто я ем стейки. All right. So what's a if I give them the 746? Вот принесли салатик такой красивый. И вот оливковое масло либо бальзамический уксус вместо заправки. Так. Сейчас мы польем, заправим это все дело красиво и вкусненько. Потом перемешаем. Все. И будем перемешивать. Красиво. You say. Remember Cooper's Hawk in Miami? Да, мы тоже вам чай хлеб. Бабам кап. Ой, без акцидента, because you bad movie. All people look you and you cry. Да. Because you drunk. No, I'm not drunk. Yes, you drunk. No. Remember Cooper's Hawk in Miami? Then I'm explaining to a woman how you know one salt for your fish, and you have many jellies in the same divide. Maybe you want to sit with one. Remember this? Mm-hmm. And after I'm many episodes, and I'm gonna leave, and I'm gonna say I'm never come back to this house. Remember? Mm-hmm. Remember? Yeah, remember. You're sick. No, this is you. I'm sick. Butter. Goodbye. Вот супчик заказала, типа лобстер, типа креветки, лобстер, ну и овощи немножко. Лук зеленый, мой любимый лук. Будем пробовать супчик. Нормальный. Правда, соленоватый. В мире здесь все соленоватое, ребята. Хлеб еще вот здесь такой. Тоже соленое масло. Наяривает, видите? Talk to a person. Hungry. Голодный Talk муж. Talk to a person. Голодный муж. A cartoon. Капуста брюссельская и стейк сердовым. Полностью готовые. Well done называется. А американский, можно сказать, макароны тоже со стейком. Наяривает. Так что вот. Народ прибывает вечером. Что час вечера народ прибывает.
И салатик вот этот, кстати, домой возьму. Ну а что, он его не ест? Может быть, еще и мой захвачу. В общем, так вот все выглядит прекрасно. Смотрите, ребята, испортили как брюссельскую капусту, слов нет. Вот это все поджарили, пережарили, все вот это черное, да. Five stars. This в общем, это я не ем, вот это горелое. Это хорошо. Я не знаю, я как нравится, многие... Что? Да, да блин, ты помолчи ты. Я ем. Комментатор. Очень много. Видите, в общем, все испортили. Я недовольна вот этой капустой. Давай, мы же тоже есть. Кстати, стейк он такой, тоже пережаренный. Ну, стоп, this is the quality video, look. And then say super chips, please. Да, смотрите, стейк сир Леон. Брюссельская капуста такая на гриле. Look at the, this is for Maria. Где? А муж заказал тоже стейк с лапшой, с макаронами. You want salad? Okay, we take for home, I'm take for box. Salad good, beautiful. Okay. Хочет одевать пружинку. Подожди, Пуня. Ну подожди. Хищняшка ты моя. Как это делать? Подожди, я же тебе до этого делала. Надо так вот расширить. Сейчас. Подожди только. Уши не свои. Вот он.